Станет ли это привычным? Пермь встречает молодых американцев. А то, ради чего они приехали, впереди. Путешествие вместе с уральскими ровесниками по реке Вишере. Меня зовут Майк Грант. Я не говорю по-русски хорошо, but это Вишера река, это очень прекрасно. Я люблю люди, the Soviet люди, and I'm very happy to be here on the Вишера река. Американцы золотые люди. Наше мнение о них очень изменилось сразу же, с первой же встречи. Когда мы их встретили, сразу параллельно диаметрально противоположное мнение возникло. И на протяжении всего похода мы убеждаемся в том, что мы были всегда неправы, думая о том, что это люди. Но я даже не знаю, как это выразить. Ну, в общем, very good people. I'd rather sail away, like a swan, and here again. А будущим летом уже молодые уральцы отправятся в Калифорнию для водного путешествия. Вот только бы обошлось без неожиданных изменений международного климата.